Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте. Я представляю Россельхозбанк. Это банк, который входит в пятерку крупнейших банков. И, наверное, единственный из крупнейших, а может быть вообще единственный, который специализируется на кредитовании именно АПК и сельского хозяйства. Именно поэтому вы, как представитель Россельхозбанка, находитесь на выставке ритейла. Ну, верно. Ритейл нас интересует опосредованно. Мы больше с точки зрения наших клиентов смотрим производителей, но на ритейл тоже посматриваем, потому что, естественно, состояние ритейла отражается на состоянии производителей через какое-то время. Скажите, пожалуйста, вы были спикером нашей деловой сессии. Расскажите, какие темы поднимались интересные? Может быть, какие-то были жаркие споры? Я был спикером сессии, которая называлась «Мясной конгресс». Мы говорили о рынке мяса. Жарких споров, наверное, не было. Мы обсуждали, в принципе, как менялись продажи продовольствия, менялась структура каналов. И, на мой взгляд, одним из основных трендов, которые выделили заслуженно, был тренд резкого роста продаж продовольствия в системе интернет, e-commerce. То есть e-commerce у нас бурно растет. Это очень-очень интересный тренд, очень интересный тренд для ритейла, по крайней мере, должен быть, потому что в перспективе развития e-commerce может, в принципе, привести к тому, что ритейла не будет. Не похоже ли это на противостояние настоящих бумажных книг и электронных? Потому что, мне кажется, все равно останутся производители, которые поймут, что люди захотят потрогать упаковку, почитать состав, находясь с другими людьми рядом с полками. Или все-таки все уже предрешено, и профессионалы в вашем лице уже приговорили ритейл офлайн как таковой? Нет, нет, не приговорили, это может быть в отдаленной перспективе, это все похоже на возвращение к печатному станку, то есть раньше люди напрямую общались с производителем, просто мы через какое-то время, может быть через 10, 20, 30 лет начнем возвращаться к истокам. Естественно, останется офлайн, но скорее, если сейчас ритейл занимает, e-commerce занимает до 10%, наверное, мы будем идти в состояние, когда у нас офлайн ритейл будет занимать эти же 10%. Очень интересно. Поделитесь своими впечатлениями от нашей выставки. Может быть, вы еще посетили какие-то другие деловые сессии с какими-то спикерами? Может, какие-то тоже интересные мысли там были? Ну, для меня и, в принципе, я так понимаю, что для всех так должно быть. Выступление или выслушивание выступления – это часть процесса, не менее важная часть процесса – это общение за рамками сессии. И здесь мне удалось познакомиться и поддержать отношения со многими интересными людьми. И с этой точки зрения сессия очень продуктивная для меня. Спасибо большое за такое общение. Надеюсь, что ритейл-рынок будет расти, развиваться логично. И надеюсь на встречу в следующем году. Я желаю успеха ритейлу и развиваться, пока не будет развиваться e-commerce, наверное.